Совсем скоро Илья Авербух станет многодетным отцом. Лиза Арзамасова в ожидании второго ребенка. У продюсера ледовых шоу также есть старший сын от Ирины Лобачевой. Илья Авербух и Лиза Арзамасова с трепетом ждут очередного пополнения. Пара уже растит двухлетнего Льва. У спортсмена также есть 20-летний сын Мартин от прошлого брака. Пол будущего ребенка пока остается для звездных родителей загадкой. Однако Авербух признается, что не прочь наконец-то стать отцом дочери. «Мы ждем информации, кто. Я знаю эти провокации, кого ты хочешь. Я все равно здесь отвечу дипломатично, что просто хочу, чтобы все было хорошо, чтобы здоровье было и все замечательно. Но, конечно, опыта растить девочку у меня не было». Авербух чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. Семейные идиллии он с радостью делится в личном блоге, как, впрочем, и Лиза. Спортсмен отмечает, что их жизнь действительно полна любви и взаимоуважения. «Понимаю, что мы с Лизой уже всех бесим своей сладостью. Мол, у них наверняка все плохо, они из себя строят. Мы в абсолютной гармонии, я счастлив, что у меня так получилось», – делился спортсмен. Напомним, что общественность поначалу неоднозначно отнеслась к браку Авербуха и Арзамасовой, ведь продюсер ледовых шоу значительно старше избранницы. Сейчас ему 50, а актрисе только 29. Однако сами супруги не чувствуют какой-либо преграды. Тут большое спасибо Лизиной маме, потому что она привила ей большую любовь и к поэзии, и к литературе. Именно здесь мы очень близки. То, что, как говорится, для нас старперчиков, она это любит. Здесь у нас все органично. Не то, чтобы мы только об этом говорим. У Лизы есть свой круг людей, где она переключается, общается, делает какие-то вещи. Мне потихонечку показывает через социальные сети, говорил фигурист.